Да как не холодно? Веревку не носишь с собой случайно? А? Веревку не носишь с собой? Нет. Так, на всякий случай. Ну а здесь-то зачем? Это на Гессе, да. А, на Гессе носите, да? На Гессе, да. Понятно, ясно. Ну смотрите, аккуратнее будьте. Спасибо. Потому что здесь вода все равно играет, лед поднимается, опускается, спасибо, трескается. Сейчас еще не страшно. Вот. У вас-то еще ничего, а там вон вода прям выступает уже. Да-да. Был проведен профилактический рейд с любителями зимней рыбалки по безопасному поведению на водных объектах в зимний период с целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на водоемах города и района. Ну, профилактическим мероприятием мы занимаемся с начала становления льда. То есть за декабрь, январь и начало февраля было проведено 9 профилактических рейдов совместных, как МВД, ГИМС, рыбоохрана, водная полиция. 9 рейдов. По статистике, в этом году утопших у нас нет. По сравнению с прошлыми годами, когда был 1-2, то есть этот зимний период у нас пока проходит спокойно. Ну, в настоящий момент в судоходном канале верхнего и нижнего Бьефа толщина льда составляет от 30 до 40 сантиметров. Это достаточно безопасная толщина льда для рыбалки. Вот. Также вполне подходит для передвижения на снегоходах. При выходе на лед на водоем быть предельно внимательным, потому что в местах, где течение наиболее быстрое, толщина льда может быть меньше, могут образовываться промоины, полыньи, вот, куда можно провалиться. Вот. Опасность состоит в том, что если снежком немного присыпет эти полыньи, создается впечатление, то есть однородной структуры льда. Это не так, и можно запросто провалиться.